Сегодня, 13 октября, исполняется ровно год, как Олег Фурсов был избран депутатами Гордумы, главой Самары. Наш корреспондент узнал у горожан, какие изменения они заметили за этот год. Город стал чище, благоустроеннее, красивее, безусловно. Зеленее, наверное. Старозагород действительно изменилось, в общем. Сделали дороги, ну, где людям гулять, где с детьми там можно гулять в парк. Не говоря про центр, там Новосадовые и прочее, юных пионеров, какой сквер сделали, смотрите. Я не говорю, там Маломосковская, это сквер. Если дальше это продолжится, это будет просто, мы будем все самарцы рады, если будет дальше так, в таком же духе. То переживем все эти стройки, и город будет лучше. Такого масштабного строительства, конечно, не было много лет. Многие ворчат вот на это строительство и прочее. Меня оно радует, потому что город становится, конечно, лучше. Большое движение, много сделано хорошего. И дорожки, и озеленение. И вот я езжу по Новосадовой, конечно, красота неописуемая. Везде хочу, чтобы в Самаре было везде такая красота. И Фурсову желаю успехов.